ангиолюкс. Ну, нужно сказать, что кардио и ангиолюкс, они, конечно же, чаще всего применяются вместе, в тандеме. Потому что если кардио это больше направлено на поддержку сердца, то ангиолюкс на поддержку сосудов. Ангион по латыни это сосуды. Ну, люкс это высшее качество. Итак, значит, в ангиолюкс входит L-аскорбиновая кислота. Мы уже говорили, защита сосудов. Шлемник байкальский. Там содержатся биофлавоноиды байкалин и ваганин. Они оказывают спазмолитическое и сосудорасширяющее действие. Улучшают метаболизм и детоксикацию клеток мозга. Ну, проще говоря, они не дают мозгу перегреться. То есть регулируют процессы торможения и возбуждения. Кроме того, регулируют процессы активности в симпатических ганглиях. Ну, это, наверное, лишнее сказал, можете не запоминать. Токоферол и ацетат, тот же витамин Е, о нем мы уже говорили, повторяться не буду. Вот интересная составляющая, это готукола. Готукола. Там содержится активное вещество тритерпены. Они тонизируют центральную нервную систему, улучшают процессы памяти, улучшают качество обучения, активизируют функции ретикулоэндотелиальной системы. Это гемопоэз, то есть образование эритроцитов, образование клеток иммунной системы и соединительной ткани. Вот такое многообразное действие этой готуколы. Левитол, он же дигидрокверцетин, это антиоксидант, мы уже говорили, он необходим для поддержания сосудистой стенки в нормальном состоянии. Рутин, то же самое. Гинкго билоба, экстракт, действует по двум направлениям. Значит, там содержится супероксид дисмутаза, это такой фермент, который обеспечивает антиоксидантную защиту внутренней оболочки сосудов, препятствует тем самым развитию гемолиза, то есть разрушение эритроцитов, и предотвращает образование тромбов. И второе направление действия гинкго билоба за счет гинголидов и флавонгликозидов. Они блокируют фермент фосфодиэстеразу в сосудах, что снижает количество внутриклеточного кальция, а без кальция невозможны спазмы сосуда. То есть расслабляет сосуды, снимает спазмы сосудов. И активизирует фермент NO-синтетаза. Этот фермент вырабатывает оксид азота. Оксид азота это самый мощный расширитель сосудов. Вот. Тем самым, значит, гинкго билоба снимает спазмы, улучшает микроциркуляцию, вообще кровоток в организме. Но такое вот положительное действие. Дальше переходим к следующему препарату.